Сегодня в Кызылском колледже искусств имени Ростислава Кенденбиля прошла презентация книги «Мифы тувинского народа» на трех языках – тувинском, русском и английском. Издание разработано участниками форума «Команда Тувы-2030». Изначально сборник мифов тувинского народа должен был выйти в электронном варианте. По словам организаторов, работа по этой части все еще ведется. В книгу вошли 9 мифов, связанных с традиционным бытом тувинцев. Как признается одна из разработчиков книги Марина Болган, работа над сборником длилась несколько месяцев – и выпустить ее было твердым решением, которое удалось сегодня реализовать. Обращаясь к читателям, она призвала сохранить богатое наследие предков – устное народное творчество. «Мифы тувинского народа» издана уже в 1000 экземплярах. Тогда она не была недоработана, но мы все доработки сделали, и она уже вышла. Мы издали ее. Сегодня у нас проходит презентация книги на трех языках. Данная книга создана, подготовлена на основе сборника «Мифы и сказания тувинского народа» Алексея Дугеровича Арабчора и предлагается для широкого круга читателей.